Добро пожаловать в нашу обитель любви и счастья. Не-не-не, нам на развод. Да. Поэтому где тут у вас обитель свободы? И перемен. Да. Ну что, по домам? Ну уж нет. Чё? Наш медовый месяц мы отпразднуем как полагается. А как полагается? Добро пожаловать в Крым, господа. Вы верите в Бога? Да. Тогда познакомьтесь со мной, ради Бога. Вы не хотите сходить со мной на Рахманинова? Второй концерт фортепиано с оркестром. Ты что, дебил? О, смотри, какая рыжуль пошла, прям как я люблю. Сейчас я возьму на абордаж. Вы что тут делаете, а? А вы что тут делаете? Валите нафиг из нашего отеля. Да это мы первые сюда приехали. На! Женщина, не транжирьте богатство Крыма. И не лечись истеричкой. И сестру свою с собой забери. Ах ты, замыслил! У нас идеальная чистота. Воу-воу-воу-воу, мы едва знакомы. Ваши мужья тоже здесь? Да, вы представляете? Прям бесит. У меня, знаете, кто здесь? Управляющий этого отеля. Соли мало. Так это же десерт. А, да? Тогда нормально. Мы больше не хотим ходить в кино на ваши фильмы! Любишь секс? Люби и сумерки смотреть! Елена, а я не согласен. А кто обещал жениться, а? В 2014 году в Евпатории. Не может быть. Да, я дура тебе верила. Я говорю, не может этого быть. Потому что весь 2014 год я был в Доме 2, а оттуда не сбежу. Это война. Женщины виновны! Да! Именно из-за них нас выгнали из рая! За всех, кто не выстоял и стал каблуком! Я со своей трижды разводился. Лучше женщины я не нашел. Может, мы все-таки неправильно поступаем? Ну я ему устрою медовый месяц. Да он у меня мост достроит, чтобы свалить с полуострова.